Индия обогнала Китай и стала крупнейшим покупателем российской нефти. Индия обогнала Китай и стала крупнейшим в мире импортером российской нефти в июле, сообщает Reuters. Китайские нефтеперерабатывающие заводы закупали меньше из-за более низкой прибыли от производства топлива. Российская сырая нефть составила рекордные 44% от общего импорта Индии в прошлом месяце, увеличившись до рекордных 2,7 миллиона баррелей в день, что на 4,2% больше, чем в июне, и на 12% больше, чем год назад. Это превзошло импорт нефти Китаем из России в июле в размере 1,76 миллиона баррелей в день.